Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение ФФА сериалов Sid Meier's Civilization 6 за Скифию на архипелагах. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Конго, экономический же союз, наверное, да, будем заключать? У тебя какие-то другие пожелания? Да без разницы, давай. Я думал, ты хочешь, что культурный, у тебя вроде там проблем. Да, я вот тоже думаю, что, наверное, культурный лучше стоит. Мера, а тебе до союзов далеко? Пример. А у меня, кстати, есть союз. Если есть желание, можем заключить какой-нибудь. Выйду в наемники, возьму карточку и апну. Галеры, каравеллы. Так, сколько у меня один? Может, в Вавилон отправить? Ну, вообще 4 хода. А, тут поменялось. Теперь новые строители, ладно. Подождем пока. Тридцать 37 золота. А, ну тут какие-то обледенные пустоши. Депеш. Больше такой вопрос, Халецкий, ты вообще будешь строить какие-нибудь районы еще? А тут что, у тебя вообще фиговые караваны? Конечно, буду. Вот это вот, конечно, буду, хочу, чтобы ты сделал по-быстрому. Нет. Я против. Да, там. О, вот тут уже. Слушай, Шумер, все, ты уже город потерял? Ничего себе. Бер? Так ж, сожгите его, сожгите город. А я тут, блин, в образовании. Мне рыцарь срочно нужен. Какой-нибудь. Шумера перс. Ну, то есть перс потерял город, да. Мне сейчас город упадет, одним рыцарем проатакует и все. Ну да, против мушкетов тяжело воевать, а мы мушкеты не успели, отвлеклись. Мне срочно нужен коляска тяжелая. Я ведь предлагал на следующий ход мир. Да, в течение нескольких ходов даже мир предлагал.
Грек. Ты нужен мне. Что? Ты смотришь, сколько науки у шотландцев? Да, вижу. Да, видишь? Вот ты понимаешь, да, что у нас все плохо здесь. Мы здесь втроем. Мы с тобой и шотландец. Я вижу. Давай поэтому заключим мир, чтобы ты не мозолил мне глаза снизу, и я спокойно... Блин, надо было раньше, конечно... Интересное, чтобы ты меня не напрягал, а я тебе... Стены ага, были струны. Не мозолил мне глаза. А что ты предлагаешь шотландцам делать? Шотландцам? Я даже не знаю, какие могут быть пути решения, интересно. Что со мной делать? Все нормально, кажется. У него много науки. Да, очень. Я на острове. Тяжело чем-либо брать. У тебя очень много денег и очень много флота. Ты можешь быстренько его прапать, и он поплывет. Я имею в виду вот эти, куда у нас апаются мои. Ну, я все равно захвачу только прибрежных, может, один или два города, и все. Это достаточно вполне. Просто понимаешь, тем, что ты отказываешься заключать со мной дружбу, ты вселяешь в меня уверенность, что ты нападешь на меня, поэтому я не могу спокойно развиваться. И в итоге я не могу ничего делать с шотландцем, а он улетит, типа, такими темпами, потому что все остальные игроки слишком далеко, и кроме нас с тобой двоих его никто не замедлит. Перс пошел туда нападать. Красавчик, раунд! Если ты предлагаешь на него напасть, то... Для начала я предлагаю хотя бы заключить дружбу. Не, давай немножко дальше смотри. Дружба мне ничего не дает. Шотландец может точно так же улететь, ты можешь просто сидеть и продолжать развиваться. Хорошо, давай нападем на шотландца. Да. Что я вам сделал, а? Так дружбу-то мы при этом объявим или нет? Или ты хочешь, чтобы я напал на шотландца и ждал удара в спину? Ну, если ты нападешь, то я заключу с тобой союз. А если ты не будешь нападать, то смысл мне заключать... А ты открыл союз? Ой, мальчик, иди сюда! Грей, так ты Стокгольм нашел? Нет. Давай я тебе метку поставлю, а ты мне какие-нибудь денежки за это дашь. Нет. Сейчас это не имеет смысла. Немец, так может зачем нам эта война? Ну я думаю об этом. Да, сейчас меня тут будут грабить. Блин, надо три лучника. Надо еще одного лучника. А, стоп, так у меня есть. Надо капнуть этих. Ой, надо уже дождаться наемников, ладно. Стремя открою, потом. Грей, я союз открыл. Пора ли союз заключить? Да, пора, наверное. Срочно высылаем к тебе дипломатов. Тех, которые от скифи отозвали. Да. Бракованные. Забрали у скифов и вам пошлем. Так, Шумер, он тебя вынесет или... Вынесет. Чем хоть выносит? Мушкетерами чисто? Да. Мушкетерами, мушкетеры, каравеллы и арбалетчики, и рыцари. Конечно, везет, что тут. Сколько мы там, 15 ходов уже воюем, все нормально. Ничего. Ой, что-то в городе минус 7, ну ничего страшного.
ты врёшь. Нет. Скрин. Ничего, повоюем, сплоюем. Ну, у меня тут просто альтернатив нет, у меня уже, ну, мне нужны новые города, уже хоть как-то отстроенные. Да, я это прекрасно. У тебя своих 4 города, и выход у тебя закрыт полностью, да? Не, ну, я мог я так, стелиться тогда, но как бы мне вот пришлось вот эти юниты вставить. Ну, а чисто так, для интереса, так сказать, если бы я объявил войну бы, Лёша, ты бы мне объявил? Да, конечно. Так. Слушай, этот, перс у тебя остались, этот? Апостол-то, миссионера? Ну, там что? Мне кажется, тебе перс надо было... А, ну, блин, против шумера, конечно, не повоюешь вначале. Не, мне просто было, надо было отказывать тебе, ставить там город, выходить в науку, я уже как раз после... И этих, что, и ты бы этот город потерял? Не уверен, не уверен. С твоими вот этими 15-25, как бы у меня была огромная победа. Так я бы уже... Так я же не ими бы нападал тогда, ты что? Это я так пришел, на самом деле, там постоять, понервировать тебя, пораздражать. Чтоб ты армии там строил. Город даже не так важен, как бы. Важно было то, что я уже кампуса строил, как бы, после центров коммерции и науки, конечно, поболее доставал так сильно. С учетом того, что я армию настроил, когда ты подошел. Блин, еще грейд чуть территорию или ты... А, это было. Мне показалось, что он купил. А где деньги? Кто там хотел ртуть? Все, нет, тут больше ничего интересного. Шумера, ты не хочешь купить ртуть не за ресурс, а за золото? Нет, если честно, не хочу сейчас. Так денег нет. Немец, может, ты Канди оставишь в покое, а? Слушай, ну смотри, как бы мне некуда деваться больше. У меня нет больше места, чтобы строить города. Единственное место это у тебя под брюхом. Там стоит у тебя город с 14 жителями. Я поставлю сейчас просто маленький город, ты объявишь мне войну, захватишь его. Кроме как захватить Канди, у меня больше никаких вариантов нет, потому что я, ну, мне просто больше негде строить города, и как бы никак по-другому я не могу развиваться, потому что ты улетаешь по науке вперед очень сильно уже. Ну дальше мне ты не пойдешь, да? А куда я пойду еще? У меня остров закончился. 7-8. Ну не знаю. Германия. Махе этот, верхнюю ГГшку ты не трогаешь. Говоришь? А, не, верхнюю ГГшку не трогаю, 100%. Хорошо. Без проблем. Ах.
Там же у тебя ниже Айхена вон есть остров, который пустой. Ну там прям островок, и он слишком далеко от основного части. Отложим тогда строительство тут стены. И продолжим строительство строителя. Так, в темные века. Сваливаюсь. Быстрее обрабатываю все клетки. Все равно у меня мало строителей, мало я всего этого понаделал. Если что там в темном веке будет? Там же не будет этой карточки уже. Из Костромской не бегает, значит, в Костромскую. Выходов. Я успею еще за веру купить? Думаю, убирать карточку на строителя или не убирать. Еще 4 хода. Успею. Я, по-моему, за веру стоит 85. Успею. Поэтому надо менять карточку на содержание юнитов пока. Конкретно у меня просядет, кстати, потому что у меня сейчас юниты на одно золото стоимостью. Монет не так, чтобы и просело. Две корабелы. Торговую республику в дипломатическую службу. Дальше рыцаря давайте сделаем, полечимся. Этот как тебе там? Перс, у тебя есть эти апостолы там, нет? Нет. А, не поставил карточку на. Апостол. Четыре хода, 3, 2. Ладно, идем пока средневековые ярмарки. Я уберу на плюс 2 к строителям и туда поставлю. Смысла сейчас ремонтировать пока, потому что сидит здесь. О, я всех обнаружил. Жалко, что сейчас они к какому там ходу. Лёша, в знак дружбы, уважение,
Что, что знак дружбы? Сделка. Я не вижу никакую сделку. Возможно, ты промахнулся, потому что сделка пришла мне. Да? А? Ну тоже знак дружбы, уважения. Можешь отменить, если хочешь. Я уже принял. Сори, Лёша. Другой раз. Ну ладно. Уважение пролетело мимо. Не, оно осталось. О, вернулась. Так ты что с шотландцем предлагаешь-то делать? Да черт его знает, что с ним делать. Ну, как 135 на муке, это много, это безобразие. Хотя у тебя тоже немало. Так у меня компусов нет, у него же там компуса плюс великие люди, плюс промка. У меня культура. Я вообще культурный. О, смотри, какая интересная история. Шатаюсь, что думаешь по этому поводу? Шотландец? Что? А ты не видишь уведомления? Вижу, думаю. Понял. Надумаешь, озвучь, пожалуйста. По поводу Иерусалима? Да. Давай. Вообще на моем острове. Что хочу, то и делаю. Лесопилки надо строить. Три мастерских еще надо производственный район где-то фигачить. Ага, в принципе, армия у меня тоже есть. Как бы им куда-то надо пойти. Кампус плюс 2, а промышленная зона... О, тут будет плюс 4. И тут, вот, вот здесь надо плюс 4 будет. Промышленную зону. Давайте, наверное, сейчас ее сделаем. А потом уже кампус. Там уж деньжишки сколько дают. Лесопилка. Ну давай, да, нет. Ну давай попробуем. О, уже греческая армия у моих ворот. Ну должен же убить, наверное, каравеллу. А ты где находишься? За воротами ждет его, наверное. Я показываю направление движения тебе. Почему я не могу осудить грека? А, потому что я идиот и дружелюбие нажал. Ну ладно. А, нет, не в этом дело.
Смотри, Грек сразу дружбу предложил. Я ему предлагал. Говорю, давай дружить. Пока войну не стали объявлять, никто дружить не хочет. Ну я ж тебя спрашивал. У меня просто союз открылся этим ходом. Для того, чтобы мне сделать союз, мне нужно тебе предложить дружбу. Я все делаю так, как мы договаривались. Шотландец, что делать-то будем? Убить. Я готовлюсь. А дальше будем думать. Ну ты принимаешь предложение? Я этого? Уже принял. Кризисный союз. О, отлично. Сейчас поменяем. Я вас жду, ребят. А на кого вы там собрались нападать? На шотландца? На грека. На грека? А чё это так? А чё произошло? Он захватил грека. Ладно, потому что денег хотят. То есть улетает по науке шотландец, а вы нападаете на грека, да? Я предложил. Хотя там и грек недалеко. Там и грек недалеко от шотландцев. По культуре, конечно, Конго просто... Да какая культура? 106. Мало считаешь? Ну да. Я же все равно не выиграю по культуре. Но обычно культура столько, это культурная победа, она мешает всем остальным победам. Да, так? Ну да. Блин, рыбу разграбил. Да вы издеваетесь. Тут нашествие варваров реально. У тебя не открыты союзы, шотландец? Вообще Шумер он захватывает игрока. Там у Иерусалима каравелла. 4 каравеллы и по мелочи. Лучники там, колесницы. Это наивен. Охренеть, Халецкого, что тут за места. Мне бы такие. Да, ничего, такие места, согласен. По сравнению с моими-то. Думаю, где мне джунгли вырубать, а где только оставить. Я не могу понять, почему у тебя Артемида до сих пор нет. Потому что ее кто-то построил на тот же ход, когда я ее построил. И она ушла, я не помню к кому только. Понял. Это новый построенный.
Ага. Нет. Да, в покровку бегал. Значит, отправляем в банзу. Да, у Шотландца, конечно, все хорошо. Место у тебя море просто. Еще и чудеса прям там, в глубине империи. Ты зря на меня напал. Мы же говорили. Нет у меня чудес. Слушай, ну тебе предлагали. Говорили. Ну ты хорошо, там, давай, нет, сейчас посмотрим. Я ничего не знаю, я ничего не буду. Ну давай, попробуй. Хорошо. Две квадриремы и убили мне лучника. Вообще грусть. С этими варварами надо что-то делать. Перс, последний город остался. Да нет, ты что, еще два? Обижаешь, да? Да, я еще караван опускаю. Блин, а че у меня так мало на... Ну, я знаю. Все два города-государства есть, но... Так, значит... Здесь покупаем... Вот так я сейчас послал, ё-моё. Вот что за деньги строителя купить? 190. Давайте, наверное, куплю. Всё, и теперь убираю карточку. А скидка на улучшение тоже уберу. Ставлю содержание, а здесь первый посол. Ну, конечно, было опрометчиво с той стороны грек взять эту штуку. Событие с моим городом. Ну, почему? Ну, потому что даже если у тебя все будет хорошо, максимум, что ты захватишь, это мою столицу. Потому что город, который ты собираешься отбить, он стоит не на воде, а у тебя нет сухопутной армии. То есть, в любом случае, даже если сейчас ты просто разнесешь нас двоих, ты не захватишь его все равно. А тебе нужно его отбить.
Может, там шотландец его заберет, не знаю. У нас союз. А шотландец не участвует в событии. Так что фактически ты подарил мне 600 золотых. Где-то на другом конце света какие-то события происходят. Ну, хорошо, давай задружимся. Подарю 600 золотых. Конго, у тебя же там выше Занзибара... Преслов. Что? Преслов. Не, места хотел сказать, что, наверное, много, там селиться я просто не вижу полностью. Или я уже везде поселился. А что случилось с Войнцем после того, как на него... Не, ну чисто теоретически я мог закинуть один город выше Занзибара, там было бы два холма простых, два пустынных и три рыбы. Что с Войнцем? Ничего с Войнцем не случилось. Сидит, играет. Отстал. Да, это точнее. Че, у него план простой, выиграть религиозность, и че умрет? Пусть выполняет. 25 веры, это только на собственный гроб хватит. То есть у меня даже веры больше, чем у него. Ну у тебя каменоломни. Ну и что? Кто ему мешал ему взять? Ты вообще сам Халецкий сказал, типа, хвер, страдай. Страдай. Я не говорил такого, подожди. А вы там, получается, в пятером, да, развлекаетесь? Нет, втроем скорее. Тут скорее Шумер с Персом развлекается. Темный век. Какие карточки темного века есть? Ты морский рейвер. Во, изоляционизм. Берем. Шотландец, ты раз приплыл на каравелле, то прикрывай мои фрегаты. Нет. На последнем ходу построим монумент, чтобы у Шумера было побольше культуры. А то совсем дикие. Не знаю, черепахи были вкусные, мне понравились. Да вот же ваше. Глядишь, может научитесь что-нибудь делать из черепах. Ну и как напоминание о великой персидской культуре. Что это великая персидская нация умерла. Ну, бывает такое, да? Мы не хотим жить на этом архипелаге. Случается. Слушай, шотландец, а у тебя есть какие-нибудь союзы свободные? Следующим ходом смогу кампус построить. Так получилось, что почти все караваны ходят к тебе. Шотландец. Вот здесь надо. Шотландец, он игнорщик. Знатный, блин. Да. А, ну тогда план номер два, Алексей. Да, не вопрос. Это как-то оскорбительно. Я всего лишь план номер два, да. Я думал, я самый... Первый план. Ну там уже все караваны туда плавали. Здесь они просто не могли, к сожалению, никуда отправиться. Вот. Или сюда бежит уже. Сюда бежит. А, универ 57 ходов строится. Нормально. В принципе. Я успею. Успеешь.
это вырубить надо. В плане, что ты собрался плыть, как бы вот куда? Кто спрашивает? Твой союзник по войне. Куда скажешь? Нет, открой. То есть мне он не отвечал, и тебе сразу отбить. Наверное, сначала надо флот его разбить, а то он доставляет неприятность. Хорошо. Шотландец, ты можешь ответить? У тебя есть союзы какие-нибудь? И нужны ли они тебе? Вообще нет. А у тебя вообще не открыто, что ли? Я почему-то не могу тебе предложить союз. У меня к тебе ходят все караваны почти, поэтому это было бы выгодно. А, шотландец, ты дружбу не принял? Я уже так смотрю, вот Грей, да кто сейчас захватывал перса? Союз. Перса Грей захватывал. Прими дружбу и предложи мне в ответ. Я так смотрю, перс ничего не обработал, ничего нет. Зато настроил бессмертных и думал, напугает ими. Ну, армии там было, да, в общем-то. 600-то было в пике, наверное. За перса, вот я сыграл подряд 3 игры. Могу сказать, что за перса вначале надо только развиваться. Воевать бессмертными — это вообще дохлый номер. Ну, то есть, они чисто для защиты есть только. Я больше скажу, за любую нацию надо развиваться. Все, спасибо за игру. Пока-пока. Тебе спасибо. Хороший опыт. Много что подсмотрю. А, ты у нас еще и хостом был, блин. Ну, ничего страшного, игра же идет. Если что, ты есть, если я есть. Я что-то ничего не могу выбрать. У меня один юнит. Я хожу спокойно. Я не могу ничего сделать. Меня уже тут поубивали. Я походил. Все вон ходят, у тебя проблема такая. Так что? Что мы тогда делаем? У меня проблема. Меня убивают. Ну, грузим, видимо, сейф. Может, их кондиционер нажал, не? Нет, не нажал ничего. До начала хода они... Кто-то вышел, рассоединилось, поменялся хвост, я теперь не могу ходить. Все ходят, вот. Просто в шестерке, да. Больно, а я не могу. Либо все, либо никто. Я ни разу такого не видел, что кто-то один не мог. Погрузить, что ли? Ходил. Что за шестера? Ты кого-то шестеркой обзываешь? Что ты всех обзываешь? Мне нужно 6 голды. Я у тебя как у друга спрашиваю. Отправил я тебе союз. У меня 6 голды хочешь? Да. А военного нету? Сейчас я покажу. И подумаю, жалко мне тебе, не жалко. Шотландец. Даже Хмер даже это дал быстрее. О! Вот твой друг. Да. Может, лучше военный? Женитесь. Военный. Вот оказывается, кто мой друг, а я на него нападал. Я экономически скидывал, попробуй еще раз. Вначале я кинул экономически, а потом военный, может быть. Давай еще раз поем еще. Надо штук 15 квадрильям сделать до открытия фрегатов.
Если, наверное, внутренние караваны посылаю пока. Хорош. В темных веках. Все есть. Это улучшение мне не нравится. Черепах мне разграбили. Забывать, что табель бесконечно. Чьи там границы, немцы? Да, немцы. Так, давайте потихоньку открывать прямые паруса, но надо будет остановиться в определенный момент. Черепах мне. А, Савитар, это ты мне кинул, типа, 6 монет просил, да? Я просто да. Закончил ход, не посмотрел. Окей. Ну, я думаю, что нам надо будет... Кхмера пилить. Или как минимум мне на него нападать. Ереван так точно надо захватить. Ну, с моря, конечно. По-моему, Вавилон надо убить. Да, убивай, я не против. Зачем? Чуть-чуть, да, грех-то неплохо вообще. Кораблики-то он понастроил. Где плавает-то он сейчас, да? Расскажешь? Кто где плавает? Грек. Грек защищает свои границы. Всегда у себя дома плавает Грек. Университет завершен. Значит, гавань теперь.
Воу, какое тут чудо. Хмера, ты барьерный риф вообще видел? Что у нас тут по науке? 111. Ну, тут не все так страшно. Вот культура, конечно, у Конго зашкаливающая. Такая территория просто по 20 промки в городах. Строится по полу это. Ты персидскую не видел, наверное. Персидскую? Да персидскую, наоборот, лучше. Да. Саргада отличный. Тарс. Ну, Тарс, Тарс прекрасен. Ну, Тарс согласен. Рей нормальный. Зарава, Зранка норм. Так, слушайте. Я знаю, таких городов, как Тарс, как минимум два. Рурка, промышленная зона и рядом с рекой. Знаешь, сколько в промке в городах? 25? 20? 24, 20, 40. Ну, Арс, если что, 9. Ой, что-то построено. Тут я кампус все собираюсь строить. Или здесь. Не, здесь я собираюсь кампус строить. Давайте я его заложу. А, буддисты, есть бабки, красавчик. Так почему-то они мне не даются. Так, подожди, я что-то обращал? Как так-то? Что за развод? Может, большинство городов должно быть в религии? Должно. Только почему он меня не обратил? Непонятно. Он просто не палится. Потом всех сразу обратно. Да-да-да. Я тоже так думаю. Так, вот этот город надо обработать. 4. Тут вырубить и... Здесь будет кампус, здесь еще одна плантация. Я подвисаю. Надо, наверное, открывать морскую традицию. Два хода. Нет, у тебя есть еще или нет? У меня? Да. У меня фрегат строится, один ход в столице. Сколько у тебя промки, а? Уважаемый. Много. Дать тебе столько же. А у тебя сколько строится фрегат? Конго.
него же армия, наверное, без карточки. Строится. Ну вот без карточки в столице 5 ходов. Ну будет 2 хода. А в вилле ты строил или апнул? Это апнуто, это апнуто. Я настроил квадриревер. Квадример, как-то так. Случайно. Капал. Здесь тоже квадриремы тут строить. Ну и долго, конечно. 5 ходов. Мир, ты тут? Продает. Кхмер, напиши в чате, или... Или ты и не слышишь нас? Странный момент. Грухмер сидит по итогу. Вот взял и дал 6 монеток. Когда надо было. Ну ты видишь, а ты его хотел убить. Я бы убил бы, если бы ты. Но да. Ты сделал еще лучше мне. Почему? Потому типа, потому что у него пошел. Религия? Почему сделал лучше? Сам просел. У меня было 40 навыки, у тебя было там сколько, около района 15. Ну, просел я не думаю из-за того, что я... Блин, я построил 4 этих лучника, то есть их стало 8. Ну, что это сильно как бы проблемы? Это... Не похоже на правду, там было у тебя 500 мощи. Все это за счет лучника. Да. Ну, лучников этих, скифских, естественно. Я понял, да. Ты ж там ходил, что-то бегал. Нет, это я когда к тебе пришел, 4, потом я еще достроил, когда к персу пошел. Ну, у меня штук их 12, наверное, было. Блин, ну что, будешь еще грабить меня? С этой коровой что-то надо сделать. То есть у перса, чтобы пролезть к шумеру, было только 3 клетки, я правильно понимаю, Грей? Ну да. Мне кажется, персу просто очень хотелось воевать. Либо со мной, либо с тобой ему. Хотя у меня есть бессмертный, я хочу нападать. Ну ты ему помог. Ну я просто пришел, всеми... Сдерживал себя, сдерживал, а ты говоришь, ну все, иди уже. Я его просто заставил юнитов построить, видимо.
А потом думают, раз есть юнит, значит надо нападать. То есть у тебя прям столица рядом с чудом? Ну ничего себе. Это ж столица? Ну, да. Да, столица. Обалдеть. У кого-то как. Что там еще делать-то будем? Ну, давайте мириться. Такое себе. Мириться? Ничего не возьмем. Ну, в Шотландии, если тут напряжется, Иерусалим-то взять можно. Что-то на два залпа осталось. Хорошо, давайте. Чё? Особенно арбалетчик, их возьми. Сколько вам дают за Иерусалим денег? Много? Не, я не помню, сколько? 1600. 1200. На двоих? Пряности на алмазы. Офигеть. Там уже... Нет, 1600. 1600 мы получаем на двоих. Да, 1600. Да ты шо? Одно плохо, я с этой стороны обстреливать не могу. Ну тебе сразу надо было плыть сюда, я вообще не знаю, зачем топа перси. Потому что теперь уже у меня здесь два фрегата осталось, сейчас нас выгонят из Иерусалима. И там тут уже не просто с Кноса со Спарты такая армада прилетела. 4 штуки. Покуда их отогнал. Там еще идет. Продолжение запланировано на завтра, а на этом пока все. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!